Сегодня мы покажем подсечку в темп шагов и разберем ее по частям. Прием делается акуриаши барай. Задача главная – приведение двух ножек, соединение их вместе. Для этого мы выводим партнера волнообразным движением вверх. То есть мы шагаем раз, два, третий шаг чуть шире, выводим его, соединяем две ножки. И за счет этого движения мы фиксируем его. Обязательно партнера надо при третьем шаге его вывести чуть сильнее. Если мы двигаемся в левую сторону, допустим, третий шаг, еще раз помедленнее, пока. То есть, обозначая борьбу, побежали мы в эту сторону, раз, два, и третий шаг чуть шире делаю, и его выводим. Если мы не доходим, то есть, третий шаг мы делаем и не доходим, получается, нету движения выведения из равновесия, мы не успеваем. Один из важных моментов при подсечки в темп шагов, это является еще обратная ножка. То есть мы двигаемся раз, два. Раз. Вот это движение ноги очень важно для устойчивости и постановки тела. Что касается работы рук. Руки работают волнообразным движением снизу вверх. То есть при движении вниз мы его ручками как бы приподнимаем. И заставляем его оторваться ножку. Такое движение. И потом резко сбрасываем. Чаще всего применяется этот бросок, когда партнер уже находится в невыгодном положении. Ему либо выйти за ковер, получить шида, его задать, пойти на меня, естественно, будет атака вперед. Уходит партнер за счет движений в бок. И вот этот момент мы постараемся поймать. Я его выталкиваю, выходим. Бок уходит, и вот в это время, когда он ушел, я его уже ловлю ножкой. То есть как получается? Туда, раз, двигай. Туда, раз, двигай. Сегодня мы разобрали подсечку в темп шагов в харайгоши. Подписывайтесь на канал Владан Свет, оставляйте комментарии и тренируйтесь. Еще не рассмотрим, как он разрастет, а затем поедем нормально.